Главная новость дня. Узбекистан выиграл шахматную олимпиаду. Сборная нашей страны произвела истинный фурор в индийском городе Ченнаи, став лучшей среди 187 стран мира. Она не проиграла ни единого поединка и одолела сильнейшие сборные. Самым напряженным стал последний тур. На трех досках соперники согласились на ничью, ну а победным стала партия Джахангира Вахидова против нидерландца Макса Уормандама. Наш шахматист доминировал на протяжении всей игры и заставил сдаться соперника на 60-м ходу, принеся таким образом Узбекистану первую в истории победу на Олимпиаде. Наши ребята стали первыми, набрав в сумме 19 баллов, опередив такие сильнейшие сборные, как Индия, Армения, США. А еще стали единственной командой без поражений. Это свидетельство высокого интеллектуального потенциала молодого поколения Узбекистана. Результат того пристального внимания, которое уделяется государствам молодому поколению страны. Сразу же после победы в Ченнаи президент Республики Узбекистан связался с чемпионами и поздравил с блестящей победой. Ассаламу алейкум, уважаемый президент. Джахангирджон, салам алейкум. Здравствуй, Джахангирджон. Еще раз от своего имени, от имени всего народа Узбекистана поздравляю вас с тем, что вы вновь высоко подняли флаг Узбекистана, прославили на весь мир. Поздравляю с тем, что ты сам выиграл золотую медаль. Также от моего имени поздравь Нодербека Якубаева, Джавахира, Шамсидина. Даст Бог, встретим вас, увидимся. Это событие, которое оставит огромный след в нашей истории. Вы еще раз продемонстрировали то, на что способна узбекская нация. Я очень рад. Победа добавила мне настроение. Весь наш народ славит вас. В Узбекистане большой праздник, исторический. Спасибо вам. Спасибо от чистого сердца. Нам помогла ваша вера в нас. Мы уверены в том, что стали чемпионами благодаря реформам и вниманию в стране к шахматам. В будущем будем стремиться к новым ярким результатам. Шундай катта-катта командаларды манашу Нидерланды билан ойнаган ойинларын көрүп ман. Я видел игры с сильными командами, был в восторге от вашей игры с Нидерландами. От своего имени, от имени народа Узбекистана поздравляю с победой. Пусть она будет не последняя. Начнем уже сейчас готовиться к проведению шахматной олимпиады у нас. Решение об этом было принято единогласно, но вы уже начали подготовку. Башта бердилер. Бутун дүнья, бутун жахан кайыл калды ки Узбекистанга келишне уларын жүрөк атта уларан тайяргалык көрөдү келечекте. Мы очень рады, что Всемирная шахматная олимпиада в 2026 году пройдет у нас. Это впервые в истории. И от чистого сердца, от всей команды за это вам спасибо. Еще раз и нашим девушкам от моего имени поздравления, а тренерам отдельная благодарность. Давай.